Ребята, всем привет! Рекомендую подписаться на канал Дениса «Клёвый отдых». Здесь вы увидите многое, что связано с рыбалкой, походами, автомобильной тематикой и развлечениями. Ссылка в описании. Ребята, забыл сказать, что мы приехали, у нас рыбалка 24 часа. Вот прям вот под берегом. Здесь, ребята, глубина капец какая. Ребят, 2800. Ребята, вытащили еще одного шикарного леща, смотрите. Слушай, а ты в тандыре вообще готовил, нет? Вот это краш-тест, ребята. Ну как тебе? За рулем? Смотри какой, да? Классный. На самокате пришли в гараж, да. Все ясно. Все привет, правильно. Народ. Короче, мы действительно пришли в гараж, так как погодка у нас, ну, хорошо, просто да. Прелесть. Ни одной тучки вообще нигде нету. Нет, это солнце. Очень жарко. Да. Мы думали, у нас уже все лето закончилось, но у нас, но оказывается, лето у нас еще не закончилось. Да, чуть-чуть еще жарко. Примерно сейчас сколько, по-моему, смотри, 29, по-моему, да, где-то? Около 30-ки сейчас жары. А заниматься будем чем сегодня? Будем избавляться от вот этого вот блестящего всего. И задних вот этих вот полосочек, ой, там ничего не видно. Теперь видно. Вот от вот этих вот блестяшек, вот видите? Как ни крась их, хром всегда будет облазить. И вот это вот, чтобы этого не было, сейчас будем перетягивать. Зай, не знаешь, чем будем перетягивать? Нет, не знаю. Точно не знаешь? Понятия не имею. Во, идем на улицу. Нет, стоп. Вот. Короче, что? Вот это вот пленочкой. А вот теперь так, ой, видно уже и так. Алмазная крошка. А попробуйте. Ух, красотища. Это то, что у нас на фарах прозрачное? Да, у нас на фарах прозрачное, это обычная черная алмазная крошка. Черненькая. Заказывали мы ее, конечно, давненько уже, она пришла вместе с алькантарой нам. У одних и тех же заказывали людей. Но так как сегодня тепло, решили выбраться в гараж и чего-нибудь поснимать. Ехать? И поделать. Отделать. Тем, давай тем... сделаем, потом поедем, хорошо? Ты куда-то ехать хочешь? Куда? Кататься? Да, ну успеем еще покататься. Давай сделаем, потом поедем. Ах, что, приступаем? Протерли слегка. Это надо будет подкрасить. Ну, он или так, да? Лучше. Там на болтиках прикручено. Обычно все знают, что оно прикручено на... То есть не прикручено, а на вот этих вот, как они, паучки на них говорят, да, по-моему, не помню. Ну, вот эти защелки. А эти мы поприкручивали, потому что же, опять же, как всегда, во избежание любой тряски от музыки. Получится у тебя там? А почему нет? Или ты думаешь, я уже не выучила, в какую сторону резьба идет, а? Интересно? Очень. Ну, просто аккуратненько снимай и все. А. О, вот и все. Вот и это сейчас все вытрем, почистим. У нас еще есть краска остатки. И подкрасим. Грунтовочка, краска, и все в порядке. И все будет норм. Давай вот эти нижние сейчас снять. Они тут, по-моему, просто, по-моему, выдавливать. Снимаются просто так. Я вот, я вижу. А, да, кстати, и вот это вот надо убрать. Тоже кумарит. Блин, я боюсь. Я не хочу ничего, чтобы налажалось. Сейчас я ей помогу. Нет, я сама. Так, сняли. Пришлось придавить чуть-чуть плоскогубцами, потому что они такие, да? Ага. Что-то они. Ну и здесь вот так вот. Есть. Одна есть. Есть вторая, да? О, во. Есть. Все, отлично. Сейчас боковые я сниму, потому что там их вообще неудобно. Там еще обшивка мешает. Так, ну вот слегка одним слоем прошелся уже, подкрасил. То есть, чтобы ржавчинки не было. Там вторым еще... Разочек пройдемся. Снизу зачистили грунтом. У тебя ржавчинки тоже вскрыли. Сейчас оно высохнет. Ездила и будет ездить, куда оно денется, да? Так, вот наше все снятое. Сейчас обезжирим. Вот этот весь хлам. Кстати, будем вырезать маникюрными ножничками. Папулик сам решил подышать этой всей гадостью. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть? Немного не надо. Кстати, если повынимать надо. Логично? Ну да, с ними будет неудобно. Во. Мы по очереди работаем.
Если что. Ну, смотри, как классно. Тут так же лучше и видно будет все. Ай, классно маникюрными сейчас, да, будет резать? Ой, вообще. Ну, если бы они еще просто были пробные. Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. Ура, все, будем дальше вырезать или клеить? Не, будем дальше вырезать, да, сначала? Да. Ой, ты такая темная, ты загорела сильно. Вот, я уже подкрасил в несколько слоев. Вот, ничего, нема, никаких ржавчинок. Сзади, смотрите, о, вот, ничего нигде нету. Все заделал, все подкрасил. В общем, круто. Сейчас будем уже обклеивать, наверное, идти. Так, и под багажником слегка, вон видно. Короче, пойдет, ездить будет. Так, друзья, уже все обезжирили. Ну как, все, пока вот эту будем пробовать с такой. Давай, мама, пробуй. Что тебе давать, папа? Мне что давать? Так, потом. Тихо. Все за кадром. Об этом история умолчу. Смотри, она такая прикольная, как это, как кожа ящерицы. И сверху выбирай центр где-то так и как-то лепи его. Вот так? Да. Все готово. И вот так вот вместе на кузов приклеиваем. Блин, классно будет вообще, офигеть. Так, в общем, давайте я буду помогать. По одному не сильно удобно. И мне покомандовать надо. Слышишь, командир кислых щей? Вообще уже страх теряешь. Получается вот так вот. Оно прикольно, по бортик получается. Мы наклеили. Сейчас еще даже феном слегка прогреем. Не мешай. О, начинается, не мешай. Сейчас брат нам воды привезет, потому что мы умираем. Пить хочется. Что-то не придумали с собой, ничего не взяли. Думали, что тут есть. Ну, сейчас сделаем, короче, покажем, как оно будет в готовом виде. Одну уже сделали. Видно. Старая, новая. Держите. Держите. Так оно. Та-та-та. Ну вот оно так, как было и как будет тебе. Классно. Так переливается, очень красиво, да? Золотисто переливается. Ну да, солнце желтизной, сейчас оно чуть желтизной. Днем оно будет беленьким. Красиво вообще, смотри, даже отсюда видно. Видно, видно. Ну, в общем, все остальные доделаем и будет круто. И потом покажем. Да, и потом покажем. Велик. Зайка уже обезжиривает сама. Вот следующий. Что, наискось начал выходить? Чуть-чуть, да. Да ничего страшного, там запас достаточно. Да. Вот, уже две готовые, ложи. О, мы лампочку включили. И под ней немножко светит. Классно. А вот как, кстати, снутри получилось, смотрите. И наконец-то мне теперь она не будет. Блешая фигня какая-то, да? Класс. Красиво смотрится. Очень. Ой, как красиво получается. Смотрите, как оно переливается. Тебе тоже нравится? Длинную мы уже сделали тоже. Так, осталось маленькие вот эти сделать и все. Нет! Нет? А что ты хочешь? Ты замороженным уже хочешь? Да. Завтра придем и доделаем уже вот эти блестяшки. Все. Отлично. Может, вторую сразу тоже я буду там ее тоже обклеивать. Желание мужа закон. Ну, только ж сотри, законами своими не переборщите. Все. Вот, отлично, занимайся. Я эту делаю. Ты эту делаешь, а потом уже покажем, правильно? Да. Так, ну вот, смотрите. Что у нас получилось? Да. Офигенно. С горем пополам получилось. Снутри вот как выглядит. Честно, очень обожаю, как мне нравится, да, как эта алмазная крошка выглядит. Да ты вообще бредишь. А ты не?
Мне нравится. На солнышко только что бегала, выглядывала. Мне то она нравится, но я не до такой степени, как ты. Возможно, когда-нибудь стукнет и сделаем, а возможно и нет. Мы когда Сережка предложил когда-то вот такой вот только белой пленкой отклеить машину. Ну, просто. Это офигенно. И этот человек говорит, что он по-нормальному к ней относится. Нарезики делаем, чтобы завернуть. Феном нагреваем. Давай теперь вот сюда. Неплохо липнет, особенно когда нагреешь, да? Конечно. Да стой, стой на месте. Наша красота готова. Готова, да. Готова. План на сегодняшний день выполнен. Это пленка. Да. Это ножницы. Это белые. Да, это мы делали, правильно. Черный. Черный и блестит, да? Так, вот это сдереть надо. Тут понаклеивал, тут, а теперь надо все стирать. Ну, ты все сама хочешь. А что мне тебе ждать? Не знаю. Есть? А ну, тут зазорчик такой. А ну, я гляну сейчас. И здесь такой. Ой, все, боже, правильно? Какая прелесть. Я в восторге. От этой красоты. Да, красота? Так, уже вторую прикрутила. Потом позатягиваем, да? Хорошо, когда все откручивается, закручивается легко, да? Руками. Руками, да. Боковушечки прикручиваем и все, и попремся домой. Мороженое кушать. Ну, домой не надо. Конечно, по-любому тебе мороженое, конечно. И маме тоже, и папе тоже. И Тёме. Реально, я сейчас стою, у меня такая дезориентация, я не пойму, оно находится близко? Да, да, оно, оно классно. Вот когда ты со светом рядышком, я вижу, что оно близко. Угу. А вот когда ты отходишь, мне хочется вот туда аж ее это. Классно, классно. Ай. Все. Ай. Ай. Мальчик придавил о себе. Ты смотри, как оно прикольно. Ага. Мне нравится. А вот и фарка блестит. Во. Красиво. Да, Тёмочка, тебе нравится? И здесь, да, мы все сделали красиво. Да. И Тёме наконец-то под конец и нравится. Здесь. И внизу. Вот и внизу.
поснимали передние. Вот, короче, все вырезаем, сейчас обклеиваем и что, и ставим на место. Потому что уже слегка. Солнышко зашло. Красиво, Тёмка, да? Смотрите, а здесь видите, в чем прикол? Здесь же идет полностью на всю длину этот самый бархат. Ну, конечно, чуть-чуть посложнее. Ну, а так вообще идеально. Бархатки не снимали, у нас получилось так это все сделать. Туда под бархатки оно отлично держит, особенно когда феном уже еще окончательно прогреть. Вообще отлично. Делаем вторую и все, собираем и уходим опять домой. Да. Все, две готовые полностью. Сделали их. Вот такая вот красотища получилась. Сейчас мы их будем ставить на место. Ну вот, красота. Ну. Оценяйте. Быстренько. Классно. Вроде мелочь, но приятная. Симпатичненько, как оно получилось. Оно как-то стало по-другому, как-то солиднее, что ли. Ну я да. Не знаю, мне больше нравится, когда оно чёрное. И мне так нравится. Все, сейчас мы другую сторону сделаем и готово. В общем, вторая сторона тоже готова. Очень красиво и очень классненько. Все. Все, теперь иномарка готова. Бентли. Да, Бентли готова. Это ты что, остатками фигни страдаешь, называется? Да. Ну ладно. Пострадаю, я... Я думаю, люди уже поняли, что я собираю. А я пока это, поубираю все. Да, Тёмка, поможешь поубирать? Да. Ну хорошо. О, называется, маме было скучно. И остатки полосочек пленки пошли на пользу. Все получилось. Классно, было круто. Все получилось отлично. Даже лучше ожидаемого. Серьезно, я ожидала, что не настолько будет хорошо. Да. Мне кажется, вот этим вот небольшим переливом наша машина будет к себе еще больше внимания привлекать. Да, так и будет. Ну что, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Пока, народ. Говори пока. Пока, народ. Ой, боже ты, грязнюля. Ставь лайк, всем пока.